Дорогие мои друзья, я в прошлый раз написал механу, пробную написал, и задействовал там внучку. Народу понравилось. Даже Эльман из Сумгаита говорит, я только на Леру и смотрел. А журналист из Сумгаита, Имран Чаримли, сказал, тебе надо сделать брендом Ярослав и Лера. Я сделал еще один, я делаю еще один клип, написал механу, посоветовался с Азербайджаном, как правильно писать механу, там, оказывается, тема какая-то должна быть. Ну, вот я сейчас все сделал по теме, как надо, вот сейчас досниму и покажу вам. Будет второй уже клип, будет механы. Может быть, я механщик буду когда-нибудь. Ну, просмотров много. Спасибо всем, что оценили. Не зря трудился. Вот. Только что буду работать сейчас над вторым сериалом.